Как, рада, что закончилось? Конечно, очень, очень. Хоть успокоилась хоть. Хоть можно как-то что-то соваться. Движение, хоть можно окна позаделаем, что-то и все остальное. Вот, крыши, что там, не знаю. Мнение фашисты как стояли здесь. Он до сих пор с пулей хорошо. Понимаешь? За пацана скажи своего. Прошел. Да замолчи. Не хочешь. Прошел минный обстрел был. Да. А там мне, я не тут живу, я тут просто сейчас обитаю. Я там ниже, на Залковской. Спалили хату. Они в хате сидим, они попалили. С подстольника бахнул коридор. Подходят. Живые, живые. Ну сидите. Представляешь? Украина кто? Фашисты. А не Украина. Обстрел прошел, думаю, пойду гуляю, там инвалид жил. Брат с сестрой, инвалид. Думаю, пойду, что знаю, что там. Прохожу, гляну, нема никого. Коляска валяется, все. На огороде прям, понятно. Возвращаюсь, короткая очередь, пулю получил. Таких качеств мелких. А что мы за него голосовали? Вроде ж нормальный мужик, мы же не знали, что он такой чурбан такой. Комик, так оно и на чудило. Клоун есть клоун, понимаешь? Оно, загадка прямо, загадка. Для нас загадка. Думали, надеялись, думаю, ты что, он такой же вроде ж нормальный по телевизору, ну, да, человек. За политику все же. Через мирно можно, мирно не получилось бы. Не получилось бы, не. Оце только так. Ну, фашизм возродили полностью. Да, что? Ну, они же не люди, понимаешь? Не люди, они отношения в них какое-то... Они за людей отвечали. Не считали вообще. Это... Кому гроши побольше, то и как кирлы. Да. В квартире, да, пережидали? Ну, 2 недели мы в квартире были, а потом, когда уже снаряды начали во дворе ложиться так, что и осколки по комнате летали, у нас дверь заклинила, муж замки выламывал, дверь выламывал, мы не могли даже с квартиры выйти, потом прибежали в подвал. Только спустились туда, в доме начался пожар, у нас полдома сразу сгорело. Он меня схватил, побежали на дачу. 6 дней там просидели в погребе. Мы боялись выйти даже на улицу, даже в туалет, честно сказать, боялись выйти, потому что тоже вот перекресток Первомайская, Ленина, там нацики мотались, вот эти правосеки на танках, на машинах, как бы все это было видно. Мы боялись, ничего не есть, не готовили, ничего. Ну, 6 дней просидели впроголодь, потом вернулись сюда, в квартиру, в погреб. Тут люди вернулись после пожара, ну, стали с ними жить.